Дорогие друзья, всем привет. Вот у нас Якут. Дальше Алмаз. Алмаз у нас остается дальше для селекционной работы. Это гибриды высокопроцентные. Мама Волан, 25% волчьей крови. Отец якутский волк. Вон он. Тусуется там. Папаша. Воет. В общем, якут у нас только в России по договору. Также, где у нас тут? Седа, иди покажись. Вот черненькая седа. Девочка, тоже по договору и только в России. Желательно, конечно, в Санкт-Петербурге. Да, в общем, пишите, узнавайте. Вот, если они не продадутся, естественно, будут оставаться в парке волков. Еще раз повторяю, только по договору, с дальнейшим отслеживанием. И, естественно, строжайший отбор. У них примерно 70% волчьей крови. Плюс-минус. От якутик. Ручные все, вон, играются. Тихо, тихо, тихо. Вот это вообще на руках не любит сидеть. Прям не любит, да, якут. Здоровые будут. Не знаю, может быть, 75-80 в холке, кобели точно. Где у нас? Вот девочка Седа. Седа, посмотри сюда. Седа тоже крупная будет. Видите, у нее какой-то такой окрас получился интересный. Таких окрасов нету ни у западной сибирской лайки. Ну, волков вроде бы встречали, говорили, но тоже неизвестно. Может, там гибриды были высокопроцентные тоже. А так восточники есть вот такого окраса, я видел. Ну что ты? Ах ты, кусак. А это у нас остается. Вот он, бандит. Для того, что палевый окрас, вот, его оставляю для дальнейшего. Этот прям как волк будет, вот, один в один. Просто чистый волк. Вот, по нему и видно, что он прям такой волчара. У него и поведение больше волка. И сам он такой прям, как сказать, у него желтый глаз. Ну, конкретный волчар, и он самый крупный из всех. И голова больше, и вообще крупняк прям. Вот они на ногах, в принципе, одинаковые, но он потолще, пошире и башка мощнее.